Добро пожаловать в номер стандарт-класса. Мы вместе с вами рассмотрим двухместный номер. Для начала давайте пройдем в санузел. Мы видим душевую, умывальную раковину, зеркало, унитаз. Конечно же, имеется центральное отопление. Кстати, во всем пансионате подается арадоновая вода. Проходя дальше, мы видим большой, удобный, вместительный шкаф. Конечно же, присутствуют вешалки. Ну и, наконец, спальная комната, рассчитанная на 2 человека. 2 одноместные кровати, кстати, с большим матрасом, которые вашу кровать делают мягкой. Прикроватные тумбочки для ваших личных вещей. Мы вместе с вами и ознакомились с номером стандарт-класса. Добро пожаловать!